Но новое чудо архитектуры поднимется из пепла и будет возвышаться над одним из богатейших городов планеты. Самый первый и самый большой протестантский собор. Он станет неизменной частью лондонского ландшафта. Возведение огромного купола станет для архитектора делом всей жизни. Каждый раз, когда собор будет на грани разрушения, ему предстоит искать инженерные решения. Он идет на риск, претворяя в жизнь революционные идеи, чтобы реализовать свою потрясающую мечту. Сооружение древности. Собор святого Павла. Через 300 лет после окончания строительства купол собора святого Павла остается неизменным элементом лондонского пейзажа, и виды на монумент защищены законом. Ни одно новое здание не должно их закрывать. Но за этим известным образом стоит революционная конструкция. Этот купол хранит секрет, подсказанный новейшими научными открытиями своего времени. Он обязан своим существованием катастрофе. Лондонцы боялись, что 1666 год, оканчивающийся тремя апокалиптическими шестерками, принесет великие беды. 2 сентября на Пудинг-Лейн, в кондитерской Томаса Фаринера, начинается пожар. Неожиданно сильный восточный ветер раздувает пламя, и огонь уничтожает средневековые деревянные лондонские здания. За 4 дня великий пожар стер с лица земли 13 тысяч домов и 93 церкви. Страх неминуемого конца света усиливается, когда огонь перекидывается на прекрасный готический собор на холме Ладгейт. Собор святого Павла понес большой урон. Для горожан это огромная потеря. Собор простоял на холме Ладгейт тысячи лет, пока не случился пожар. Писатель Лео Холлес много писал об этой катастрофе.